Черкну. Я не испытывал ни малейших колебаний, когда Равин пригласил меня поцеловать священный свиток Торы у стены плача. Моя любимая учительница Эмма Моисеевна Левина сделала мой творческий путь возможным. Ну а протесты в Дагестане, где люди отыскивали евреев в аэропорту, пытаясь выследить пассажиров из Израиля, это самая позорная акция из всех, что я видел за последнее время. Безусловно, нет ничего глупее, чем непринятие себе подобных, и ни один из тезисов выпуска не может никаким образом оправдать жестокость Хамас. И, конечно, терроризм абсолютно ужасен, и ему стоит оказывать самое ожесточенное сопротивление, и именно поэтому самые сложные ситуации в истории возникают именно тогда, когда два народа считают друг друга террористами и оккупантами. Они убийцы, как я могу с ними сидеть? Кабичем Бельмаим я тоже казался террористом. А то палестинец смотрит на меня и думает, ты террорист. Ну, как так может быть? И тут я понял, для одних террорист, для других борец за свободу. И именно те причины, о которых мы с вами поговорим последовательно сегодня, и привели к двум интифадам, к трем воинам, к бесчисленному количеству военных операций и терактов. Правда в том, что в этом регионе логически только два сценария. Либо, к сожалению, одна сторона устраивает этническую чистку. 6.28, 34.50. Позвольте прямо назвать реальные перспективы конкретно этого региона.